Оперативное совещание по работе коммунальных служб прошло в мэрии города. Встречу с руководителями ведомств провел мэр областного центра Юрий Гришан. Руководители коммунальных предприятий выступили с недельными отчетами, рассказали о возникших проблемах и способах их решений. Также градоначальник подчеркнул, что работы по благоустройству областного центра нужно проводить, не отставая от графика. И, конечно, они не могли не затронуть вопросы о вакцинации в связи с постановлением о том, что в каждом учреждении число привитых сотрудников должно составлять не менее 70%. Шутки в сторону. Значит, занимайтесь агитацией и пусть поменьше фигню всякую читают. Рассказано уже 1000 раз, что те люди, которые привиты, если даже они заболеют коронавирусом, они переносят в десятки раз легче заболевания и безлетальные исходы, нежели те, которые не сделали прививку.